Отстранили от работы воспитателя в одном из иркутских детских домов. Основанием стала фотография, которая попала в социальную сеть. Ведь на ней избитый ребенок. По предварительным данным установлено, что воспитатель причинила телесные повреждения 10-летнему мальчику за то, что дети незначительно повредили имущество учреждения. Сейчас следователи находятся на месте происшествия, опрашивают работников учреждения. Воспитатель имеет высшее образование, она учитель олигофрена, педагог. 4 года, 5 год она работает в нашем учреждении. Но вы знаете, до этого случая я бы не могла сказать, она характеризовалась как положительный, ответственный педагог.